В этом году жюри было не просто выбрать победителя фестиваля «Магия кино». Уровень работ, который участники прислали на конкурс со всей страны, оказался высоким. Особо отметили хорошее качество звука и операторское мастерство. Качество очень повышается. И удивительно, что ты смотришь эти фильмы с неподдельным интересом. То есть эти фильмы захватывают, как кто-то знаменитый сказал, любой жанр хорош, кроме скучного. Вот это очень нескучные фильмы, при этом с определенной глубиной и сложностью размышления внутри. Участники приехали на фестиваль из разных городов. Конечно, были дебютанты и из Одинцовского района. Так Ксения Антонова вместе с папой представили свою работу в категории «Видеоклипы». Представляю работу, свою песню «Как птица», которую написал мне мой замечательный папа Вадим Валерьевич. Я ему за это очень сильно благодарна, и сегодня вы увидите мою работу. Лауреаты один за одним поднимались на сцену получить награду. Из рук самого Кончаловского большая честь. Кстати, не только участники в этот день ушли с подарками. Всем друзьям фестиваля вручили благодарственные письма и символ магии кино – жаворонка. Пусть ваша счастливая судьба начинается с нашей счастливой магии. И пусть в вашей жизни самым главным искусством всегда является кино. В работах участников превалирует социальная тематика. Проблемы подрастающего поколения актуальны как никогда. Второй фестиваль оказался более профессиональным, более интересным по выбору тем, более насыщенным по количеству предоставленных работ, ну и, конечно, более интересным в плане географии наших участников. Я думаю, все это вместе дало возможность говорить о том, что фестиваль популярен, очень интересен, и огромное количество участников нашего фестиваля – это молодежь и дети. Гран-при фестиваля «Магия кино» получил Дмитрий Рогов за фильм «Нарисуй меня счастливым». Кстати, главный приз конкурса – автор картины, завоевывает второй год подряд. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».